пришло, потому что я только потом узнала пол. Пришло. Ну, очень вообще неинтересно. Ни слайдов этих никаких не было, ничего. Там есть бильярдный стол, там есть видеоигры, там есть книги, там есть аэрохоккей, там есть уроки гитары. Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. Я сегодня буду в очках, потому что у нас уже началось летнее солнце, оно жгет в глаза. На дорогу смотреть невозможно, поэтому сегодня в студии Маришка и... Терминатор. Красавчик. Красавчик. Я терминатора я сегодня видела в колледже. Да, и что он там? Лекцию нам читал. Ну, в общем, на Woman Stadium. Давай громкость включай. Опять работали над нашим групповым проектом, и, в общем, я немного девочек своих дожала, мы дописали это биоблинк нашему аккаунту, и, в общем, ну, мы это очень... Это так быстро... звучит, блин. Что там, две строчки написали, кто участвует или что? Да, понимаешь, проблема в том, что нужно было написать два предложения и перечислить наши имена, но вот они, мы не могли их очень долго сделать. Это очень серьезно. Да, да. Ну и все, мне осталось опубликовать два своих поста, большую бумагу отправить ей, почему я выбрала именно на эту тему писать. И получается по Woman Stadium, по-моему, все, больше занятий. Ну, не занятий, а заданий никаких не будет. Ходить-то надо, а заданий не будет. В смысле, вы уже ничего не будет делать и вас оценивать не будут? Ну, да, по-моему, это последний, во всяком случае, бумаги. Так, а сколько осталось которые... недель? Две недели? Две недели. Четыре занятия. Три, потому что в понедельник не учимся. Это же мемориалы. К физруку пришли, так прямо его жалко стало. Он такой сидит какой-то прибитый, говорит, я типа извиняюсь перед всеми, что в прошлую среду, типа, ну, канцел класса сделал. Но я, говорит, себя чувствую очень плохо, я до сих пор больной, говорит, не могу прям ни говорить, ни дышать, ничего. И говорит, у него вас проведет другой тренер, короче, по фитнесу будет вас проводить. Фитнесер. Урок. Ну, говорит, он вам лекцию... Нет, он как-то сказал. И будет лекция, он не сказал, кто это, мужчина или женщина. И будет лекция, типа, о правильном питании, там, и всякое такое, типа, да. Ну, пришло. Я, говорит, буду говорить, пришло, потому что я только потом узнала пол. Пришло. Очень накачанное, очень такое натянутое, такое прям тело, вот здесь вот эти вены торчат, прям такие, все. Так что, это не было видно, мужчина или женщина? Потом мы узнали, что это женщина. Ну, сразу это абсолютно не было понятно. Потому что пришел в человек. А нету. Человек пришел в такой одежде, в которой у нас. Искали. В которой у нас ходят все наши, ну, вот как бы тренера, там вот эти вот все, да, ну, такие спортивные, как брючки, майка с надписью, там Мелькамина, понимаешь, ну, по одежде не определишь. Не лосины скажешь, ну хотя и мальчики же в лосинах ходят, спортивные такие. Ну тогда было видно, кто это. Ну, в общем, ну вообще нифига не понятно, да. И, ну, мы это быстренько обсудили с Сахарой, типа, кто это. Ну и потом уже понятно стало. А почему начали думать, что это все-таки может быть женщина? Сахар говорит, очень мягкие черты. Говорит, ну вот, немножко все-таки видно, что это женщина. Короче, лицо еще не перекачалось. Да, да, а тело уже такое, что мне кажется, нашим некоторым мальчикам в классе вот прям сегодня надо бросить есть, ну или не есть бросить, но по крайней мере свою массу переводить в какие-то формы. Ну, в общем, я вообще не поняла, что она рассказывала, потому что говорила она очень быстро, такое ощущение, что она делала услугу нашему тренеру, что прочитывала нам какую-то лекцию, у нее задача стала быстро читать, перекрестить на спину и пойти своими делами заниматься. Качаться дальше. Да, но она пригласила всех нас приходить, объяснила в каком здании. Но это, видимо, вот там, где я рассказывала, что у нас есть прям такое здание, огромный спортивный зал, где всякие вот эти тренажеры стоят вот так, туда можно тоже ходить и заниматься. Вот она всех в это здание пригласила, она сказала, что она может, типа, если кто-то будет сделать учиться... Сделать из вас людей. Да, кто будет учиться на профессионального фитнес-тренера, то это у нее классы будут брать. И говорит, типа, буду рада там, типа, всех увидеть.
В общем, какие-то мы упражнения делали. Я вообще не поняла, к чему они, к фитнесу, да? Выставляешь палец и вот так вот смотришь, ну, типа, на него туда-сюда. И потом она говорит, вначале мы поприседайте, ну, поприседали. Потом сделайте вот так и вот так вот, и по типу будет легче приседаться, потому что что-то там, типа, в мозге, ну, уже запускается. Что перед тем, как начать делать спорт, нужно, типа, как... Сконцентрироваться. Ну, я тебе серьезно говорю, говорила она очень быстро, поэтому я прям вот как-то выхватываю информацию. Ну, просто вот те, которые качаются, они когда качаются, они очень должны думать о том, что они делают, и о мышцах, как прямо вот мышца растет, как она работает. То есть важно, это очень важно, важна связь мозга и мышцы. Она там потом такая говорит, ну что, типа изменения чувствуете? Я думаю, ну как бы нет. Ну, Зайка, чтобы это почувствовать. Головой покивали все. Чтобы это почувствовать, надо начать более-менее заниматься. Так, конечно, вы не почувствуете. Ну, в общем, честно тебе скажу, мне не кажется, что девочка должна выглядеть так, чтобы потом половина, блин, колледжа гадала, кто это шел. Ну, в общем, а с другой стороны, ей так нравится, ей комфортно. Да. Пусть. Короче. А, ну потом я к тренеру подошла, сказала, что говорю, а я в среду... А, он сказал, что увидимся в среду, а я подошла к нему, улыбаюсь, говорю, а я в среду не приду. Он говорит, а что? Я говорю, ну потому что, говорю, ну, у меня, говорю, есть дни, которые я могу, типа, прогулять, говорю, я хочу немножко, типа, релакс, потому что у меня сложные концы, ну, это называется файнал, говорю, у меня сложный файнал по другому классу, мне надо дома готовиться. Он говорит, а вообще еще придешь? Я говорю, вообще еще приду. Он говорит, ну хорошо, и все. В общем, мы с ним... Может, не надо было ему так откровенно говорить, так, что ты его мне... кидаешь из-за какого-то Нет, другого... Нет, подожди, он сам все время спрашивает, у вас, типа, если кому надо идти готовиться к другому уроку, идите, то почему я не могу быть с ним откровенно не, ну, и сказать, если так, что а то просто надо. Как бы, ну, например, мне было бы неудобно. Ну, в смысле, я такой тренер, тут мне приходит такая, говорит, я тут буду математику делать, поэтому, типа, прощай физкультуру. Подожди, он же сам все время говорит, если кому-то куда-то надо, идите. Так я же тебе говорю, что я этого не слышал, так это хорошо так. Вот. Ну, я ему честно сказала все. А, ну, потом я спросила, чем он болеет, он говорит, что грипп, я говорю, ну, ясно, тогда я пошла от вас подальше, потому что я не хочу второй раз такого. Ну и все, потом мы немножко постояли с Сахарой поболтали, потом я поскакала, у нас же эти презентации начинали сначала до времени. В общем, там мы все, вся наша группа из 4 человек, блин, прям за сердце схватилась. Почему-то, хоть она и сохранила это на флешку, не запускался звук, вот эти аплодисменты, в общем, ну а как бы уже пропадает, знаешь, такое, ну... Шоу. Ну, кстати, ты можешь вставить ссылку, наверное, показать, как у нас презентация будет проходить. В общем, у нас будет не просто презентация. Так она есть на Ютубе? Да, она есть на Ютубе. Ну, я тебе могу... Она у меня в телефоне, ссылка на Ютуб. У нас презентация будет проходить как будто... Одна девочка, она ведущая своей программы, и к ней на программу мама этой девочки, которая беременна, прислала письмо. И мы уже, как специалисты... Будем, мы гости этой программы, мы будем приходить и рассказывать, как мы можем помочь. Вот. Ну, мы сделали все классно, все интересно. В общем, когда мы пережили стресс по поводу этих аплодисментов, оказалось, что не будут никак-то так выбирать, она будет вытягивать. Просто вот у нас 12 групп получилось, 12 номеров, она их все перемешала и вытягивала. Сегодня кто... Такой вопрос решается? Решили, все, нам профессор помог. Вот. В общем, что меня поразило, да, очень обычно готовятся, ну как-то, ну готовятся, стараются, мне кажется. Но здесь я прям увидела, вот по крайней мере, вот эти 6 групп, что выступили, да, только 2 были так вот прям подготовлены, ну классно подготовлены, там рассказывали. Одна группа вышла, они просто по очереди с листка отбубнели, ну, грубо говоря, вот у нас такой этот, и все таким монотонным голосом, что я уже прям и так посидела, и экспедию посмотрела, Сереж, что в Лас-Вегасе, что, блин, в Miraculous Prince, что почем стоит. Ну, очень вообще неинтересно, ни слайдов этих никаких не было, ничего. Не соблюдались какие-то форматы. Она сказала, что раздать вот эти вот на каждого члена нашей... В нашем классе, кто сидит, каждая группа должна была напечатать бумагу со своими ресурсами, типа, да, и раздать. Она сказала, что это должен быть лист формата А4, один. Все 4 ресурса, допустим, нужно уместить на этот лист. Принесли по 5 листов, допустим, каждый отдельно отпечатан.
как бы, ну, я не знаю, как она их будет оценивать, и опять же, в этой классе я ни с кем близко не общаюсь, чтобы узнать, кого как оценили, а только потом смогу знать, ну, как меня оценили. Вот. Что, ну вот, да, короче, народ не зря, безинициативный. Не зря она говорила, что вот раздавать ресурсы, да, мне понравилось, у нас в Торренсе, Сереж, есть центр, с 3 до 9 он работает вечера, это центр для подростков, туда может ребенок после школы приходить, ну, допустим, middle school туда, потому что, к сожалению, только с 14 лет можно, да, он туда приходит. Там есть бильярдный стол, там есть видеоигры, там есть книги, там есть аэрохоккей, там есть уроки гитары по определенным дням. С 3 до 9. С 3 до 9. Уроки, он может там находиться вот все время, с 3 до 9. В 9 его как бы родители, наверное, забирают, приезжают. Нет, бесплатно? Так подожди. Нет, нет, это не бесплатно. В общем, там есть снэк-бар какой-то, там есть еще, ну, куча-куча, на гитаре можно играть, учиться, класс, танцы, зумба, чего-то там еще класса. Ну, у меня же есть этот выступ. Годовой мембершип нужно заплатить. Сколько? $10. Я такая, блин, когда... А я, значит, она рассказывает, ну, и меня это заинтересовало, потому что у нас же подростки. Когда своих туда скинем, блин. 14 лет, говорю. Блин. Меня заинтересовало, ну, а, а если на 2 и 14? Да. А если выглядят на 14? Как бассейн не проканает. В общем, плюс при этом там еще есть... Давай объясни про бассейн. Сейчас расскажу. Там при этом есть полностью... Поддержка. Поддержка по... Короче, если у тебя проблема по математике, значит, с тобой там будут сидеть и 2-3 часа математикой заниматься. Помощь, ну, сделать уроки, как бы. Вот как у нас студент-центр, ты приходишь и говоришь, все, нифига не могу написать эту бумагу. Вокруг тебя все начали бегать и помогать тебе писать эту бумагу. Блин, ну это прикольный центр. И $10. Плюс первое посещение, да, этого, да, чтобы прийти туда и вообще можно... И каждый день можно возить? 5 дней в неделю. По школьному времени, но летом нельзя. Это действует, грубо говоря, вот у нас в этом году занятия школьные на время школьного года. Это как, блин, да? Ну это вообще продумка. С 26, такая. Да, с 26 августа, грубо говоря, да, по, ну, когда у нас дети заканчивают, раз они сейчас начнут, я думаю, они закончат в следующем году в числах 3-5 июня, раз так рано начинают. Рано начинают, значит, раньше я кончу. Вот, это действует на вот этот школьный год. Ну, $10, блин, ну это же вообще ни о чем. Да надо подумать. Отложить, надо отложить сумму. Так я все дипфраеры насобирала. Думала, я говорю, сумму надо отложить, начать копить. И девочка, которая, она так мне тоже понравилась, она хорошо рассказывала, она именно себя вела не так, вот знаешь, я нашла вот этот ресурс, да, а она, так как у нас, мы же будем говорить, да, как будто я работаю в ВИК, и я пришла как представитель этой компании, я буду говорить, в нашем центре. И вот она тоже сказала, говорит, подумайте, я не знаю, говорит, где еще можно найти хотя бы просто урок танцев. Блин, или, да, подожди, продленка в школе стоит сколько? Бешеные деньги. $200. $200-300. Ну вот смотри. Месяц. В месяц с ребенком, с которым я работаю, я его забираю в 6 часов вечера. Он там, получается, тусит с 3 до 6, обходится в 200 с чем-то долларов. 270. А тут за $10 в год. Вообще, школьный год. Она не напутала там ничего? Ничего не напутала, и я хочу на сайт сходить, потому что мне... И ты знаешь, Сереж, мне показалось, это на возле библиотеки где-то этот центр. Ну, в центре, может быть, прямо в нашем центре, да. Наш центр. Ну, в общем... Класс. Я думаю, ну вот и полезное, так сказать, чего-то было. Сегодня у нас были, мы рассматривали 6... Про 12 лет давай рассказывай. Мы в тренажерный зал детей записали. Не мы, а ты. Записывался Сережа в тренажерный зал. И когда Сережа... Записывался. Так звучит, блин. Ну не записывался. Из 90-х. Ну как это сказать? Мембершип покупал. Мембершип покупал. И у Сережи такой... Мембершип. Да, что он может с тобой двух гостей приводить, и они будут заниматься бесплатно. Но гости должны быть с 12... Он 12 лет. А наши гости еще нифига не 12. Тогда им 12 не было еще. Но, а, лучше только сейчас будет 12. Ну.
Ну и Сережа говорит, а у нас, говорит, чуть-чуть не хватает, говорит, сыну. Но он говорит, ну и парень этот, который оформлял документы, такой, конечно, желая пойти всячески навстречу. Афроамериканец такой прикольный. Да, желая всячески пойти навстречу, он такой говорит, а вы мне его привезите, если он выглядит на 12, типа, то и ладно. Ну, и вот... мы ему объяснили, что еще привезем дочку, которая на год младше. Нет, мы не сказали, что она... Мы сказали просто младше, потому что он же потом спросил близнецы. Ну, мы сказали, что она младше, мы да. Мы сказали, ну, младше, младше, может, на полминуты, знаешь, тоже младше. Да, ну, я не знаю, мне кажется, мы конкретно обрисовали. Нет, ну, он же тогда еще за такой, о, говорит, они близнецы, мы такие, говорим, ну, да. Да, да. Просто у нас дочь тоже рослая девочка, она, в принципе, уже сейчас немного выше Антона, вот. И он такой, в общем, наши дети вот так начали в 10 лет ходить в тренажерный зал. Дочь еще плюс там и качается нормально. Блин, ну если дочь раскачается до состояния этой тети, мне она будет очень нравиться. Сегодня презентации, вернемся, были о буллинге, о семье военной, в которой... Но в семье военных, которой нужна помощь. О... Ну, я вообще не помню, о чем они говорили. Наверное, эти, которые нужны, вообще не помню, о чем они говорили. О семье, где мальчик с этим детский церебральный паралич. И... А, и о семье, в которой нужно было... с потерей помочь справиться. У ребенка умер близкий человек. В общем, нужно было помочь справиться. Вот. Ну, значит, по-любому мы выступаем 3 числа. Просто в какой последовательности мы будем выступать. А еще сегодня на Woman's Study я узнала, что мужчина зарабатывает $1. За одну и ту же работу женщина с ним получает, белая женщина, 87 центов. Черная женщина 76, а латиноамериканка вообще 50 с чем-то. Сейчас узнаем, кто ездит на этом хаммере в нашу больницу. Ну, кто ездит на этом хаммере? Наша эта неприятная женщина с этого, с ресепшена. Ничего себе! Да я тебе говорю, блин. А нет, это наша красотка, это слышишь, не красотка. Какая? Махай рукой, рубамся и машем, это наша любимая медсестра. Ничего себе, вот так вот медсестра а я на желтом хаммере гоняет на я работу. Я увидела волосы милированные, подумала. Ну все, пошла за. Ну это всем до свидания. По-простому. Ну все, всем пока. Вот такой у нас сегодня был влог. Ты пойдешь со мной? Нет. Увидимся. Спасибо за оказанную поддержку, котик. Давай. В общем, Маришка пошла брать освобождение Катаринке от физкультуры, потому что ей в четверг сделали операцию на пальчике. Если кто-то смотрел наши влоги, у нас есть проблема с ногтиком. Мы несколько раз сделали операцию, и последний раз все сделалось, все решилось, все зажилось. И вот прошло полгода, и она, зараза, блин, опять эта фигня вернулась. Нам сегодня делал, вернее, сегодня говорю, в этот четверг делал другой доктор. Сделал очень хорошо. Ну как хорошо, по крайней мере, дочери было не больно. Вот, в пятницу надо будет идти на осмотр, а сегодня у нее была физкультура, мы написали записку, потому что почему-то сразу не дали это освобождение. Вот, и мы как-то не подумали, ну, потому что операция туда-сюда, 5-10, плюс торопились там еще куда-то, Антошку на спартакиаду, все бегом. Вот, и, в общем, Маришка написала сегодня записку в школу, медсестра сказала, записка это хорошо, но давайте нам... с поликлиники. Вот, сейчас Маришка возьмет с поликлиники эту бумагу, чтобы дочь неделю или две не ходила на физкультуру. Ну все. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Увидимся в новом видео. Всем пока, бай-бай.